позиция была изначально четкая, конкретная. Хотя многие не понимали, многие хотели там чего-то еще конкретнее. Он всегда говорил, я за процветающий сильный Донбасс в составе единой Украины. Я против неразберихи, против войны. Вот. И если есть какие-то проблемы, необходимо садиться за стол переговоров и решать эти проблемы. А не так, как сейчас происходит и получается. Кому-то что-то не нравится, значит, надо брать оружие и с оружием какие-то свое мнение отстаивать. Это вообще хаос полнейший. Скажите, а как вы узнали об этой акции и сразу же не согласились? Почему вы согласились? Потому что вы даже болельщик? Я и болельщик команды «Шахтер», и сотрудник футбольного клуба «Шахтер». А узнал из-за обращения по телевидению. Вчера вечером. Обращался наш президент, он обращался ко всем жителям Донбасса. В очередной раз свою, опять-таки, позицию четкую, конкретную, ясную, взвешенную объявил. Андрей. Донщанин, болельщик. Нас не забывают никому. Молодой человек в городах не захватывает мирных жителей. Это что?
Это борьба против жителей нашего края. Мирно в нашей Украине, и все было нормально, не было войны. Вы поддерживаете, да, эту идею? Конечно, мы поддерживаем эту идею, чтобы не было у нас разъединения, а была цельная, добротная и настоящая Украина. Скажите, а вы вот, болельщик Шахтера, да? Или... Да, болельщик Шахтера. Вы часто приходите на матчи? Постоянно. Я с 1961 года болельщик. Больше 50 лет. Скажите, а вот несмотря на все, что там в последнее время происходит у нас в регионе, не страшно ли было собраться на такую акцию вот сегодня? Нет, конечно. Мы хотим мир. Мир. Мир во всем мире, а особенно в Украине. Чтобы не было войны, не было жертв, которые так уже много. Как вас представить можно? Тесли Анатолий Анатольевич, болельщик с великим стажем футбольного клуба «Шахтер». И на самом деле ничего не поменялось. Мы здесь не потому, что поддерживаем политическую партию, потому что мы поддерживаем мир, который, которого мы